Приветствую вас. Смотрите. Значит, что касается последствий, непосредственно последствий, то они, если и будут, то такого технического процессуального характера, в том смысле, что при интимном взаимодействии с партнером вам может быть не очень комфортно, вам может быть не очень здорово, вы можете испытывать проблемы как с получением удовольствия, так и, в общем-то, с самим процессом. Вот. У многих людей, вот, которые находятся в вашей ситуации, возникают, собственно, такого рода проблемы. Вот. Ну, это по большому счету решается просто коррекция поведения, да, и, соответственно, скажем так, откровенностью в интимной сфере. Вот. Желательно, чтобы между вами и вашим партнером была духовная связь, а не просто желание сексуального контакта. Вот. И в общем и целом тогда все будет в порядке. Вот. Это вот чисто такие последствия, скажем так, физиологические, но понимаете, вы говорите, с точки зрения психологии, о повышенной тревожности. И своим поведением вы, вероятно, эту тревожность снимаете. Потому что вам хорошо. То есть человек, активно нуждающийся в эндорфинах, активно нуждающийся в расслаблении, человек, испытывающий тревожность. И в основе тревожности лежит не достаточная значимость ваших чувств. То есть, когда вы условно не обращаете внимания на свои чувства, когда вы не ощущаете себя защищенным, когда вы чувствуете, ну, в какой-то степени определенную угрозу со стороны внешнего мира и людей. И все, что вы описываете, это по большому счету просто следствие. Это просто следствие. Понимаете? Вот. Соответственно, если будет найден корень тревожности, источник тревожности, и он будет прожит, осознан, к нему будет выработано отношение ваше и скорректировано поведение, то напряжение пойдет на убыль. И ваше поведение в целом изменится. Что касается извращений, то здесь, я думаю, имеет место быть, по крайней мере, у вас, по крайней мере, то, что я почувствовал, имеет место быть стыд, чувство стыда такое, может быть, чувство вины, то есть я чего-то хочу, но вот себе это запрещаю. Между прочим, это тоже может быть причиной для тревожности вашей. Я бы сказал, что
извращением является то, что делается через силу. Что есть, кстати, в вашем тексте. И вот это извращение. А если чего-то хочется, и если это не претит вам, не претит партнеру, не нарушает законы, как сказал мой коллега, то это не извращение. Это интимная сфера, где позволено все, что не нанесет вреда. Поэтому чувство вины, чувство стыда тоже необходимо прорабатывать. И знаете, ведь как этот момент еще вот в чем. Чувство стыда создает восприятие запретности. А запрет — это то, что хочется устранить. И человек, соответственно, направляет свою активность на то, что ему хочется устранить. Вот. Поэтому в целом я не вижу ничего ужасного в вашей текущей ситуации, но считаю, что с тревожностью и чувством стыда и вытекающим из этого чувством вины, вероятно, нужно работать. И тогда все придет в норму. А вы, кстати, сможете увидеть настоящую свою сексуальную активность, настоящий уровень вашего либидо, а не что-то такое вот невротическое, да, как это чувствуется сейчас. Понимаете? То есть в вашем тексте, да, чувствуется тревожность и стыд. Вот этих вещей быть не должно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.